передача будет неинтересна, если мы не будем спорить. Это, почему? Потому что вообще-то смотрят передачи тогда, когда есть что-то такое... Это в пятницу. Дайте мне ответить сначала на то, что сказал Алексей Юрьевич. Ну, во-первых, да? Конечно, вопрос чести министерства, которое занимается жилищно-коммунальным хозяйством, ну, хотя бы у министра, занял бы у меня денег, Алексей Юрьевич. У меня были в кабинете? И мог бы я ему приобрести, приобрести и счетчик, и лампочку. Что касается счетчиков, то я вам скажу, что мы по счетчикам, скорее всего, впереди планеты всей. И ничего такого... Где-то 20% в среднем. 20% жилых домов оборудованы счетчиками. Это полная дезинформация, потому что мы занимаемся в основном людьми, которые не имеют денег домовые для счетчиков. Да. А, конечно, мы не покупаем счетчики буржуям и бюрократическим организациям, от которых никакого толка на Украине не существует.